Всем привет! Сегодня вторник, 27 октября. Меня зовут Артур, а это новости MAULIFE. У нас снова изменился курс монеты. Теперь монета стоит 88 центов. А как вы помните, курс монеты план растет в зависимости от количества реализованных монет. Ровно за 7 дней было реализовано 51 176 монет план. А это больше 3,5 миллионов рублей. Итого, со старта пресейла было реализовано уже 481 997 монет. А это больше 32,5 миллионов рублей. Оп, пушка. А в нашем чате план МАУ скоро будет юбилейный подписчик. И мы объявляем награду. 100 монет план нашему 10-тысячному подписчику. Круто? Я тоже так считаю. Кстати, а вы слышали такую новость, что с 1 января 2021 года криптовалюта в России будет официально запрещена? Грустно, да? Но только не нам. Знаете почему? Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете об этом первые. Пока. Global Star Club. Возможности безграничны.